Привет, привет. Если говорить о похудении, то я очень рада, что год назад я постеснялась выкладывать видео о том, как я похудела. Потому что сейчас, год спустя, когда у меня такие очень стабильные результаты, когда я держу свой вес, который мне нравится, я держу его год, и более того, добавила еще и физкультуру, понятное дело, сейчас у меня какая-то такая физиологически обоснованная уверенность, которой я хочу поделиться, поддержать, что все легко, все возможно, и такие стабильные результаты. Вот. Я начну с такого, не буду вываливать вот прям все-все в одном видео, буду такими кусочками по чуть-чуть выкладывать, чтобы оно как-то внедрялось. Навык за навыком, привычка за привычкой. И начну с ключевого. Для меня этот навык стал ключевым. Не только для меня. Вот я знаю девчонку Олю, которая только на этом и похудела. Вот. Заключается он в том, чтобы отслеживать свой вес каждый день, записывать, да, на бумажке. Именно на бумажке, не в электронном виде. Вот, казалось бы, какое-то простое отслеживание, просто записываешь дату, вес такой-то, это помогает самому организму, сознательному и бессознательному, накопить какую-то, не знаю, базу данных, что ли, о том, что работает конкретно для тебя, что не работает для тебя, для кого кто-то, знаете, худеет там на том, что перенервничал, кто-то на кому-то, наоборот, нужно расслабляться и отдыхать, кто-то ест булочки и худеет, и это ему помогает. Я, конечно же, несколько против того, чтобы нервничать и есть булочки, но при этом нужно, чтобы вот человек отсидел сам самостоятельно некоторые такие вот фактические вещи. Забавная такая штука, что, например, вот Фалиев не рекомендует взвешиваться холериком, таким как я, каждый день. И при том, даже при этом. Я понимаю, что это не самое приятное, когда ты там постарался, практически ничего не ел, а вес какой-то, наоборот, какая-то прибавка. И это действительно может сильно раздражать и демотивировать. И даже при этом, при всем, вот я не знаю, под каким-то любым соусом и предлогом, я холерик, я настоятельно рекомендую взвешиваться каждый день. Да, для результата. Есть еще такой вообще хард уровень этого всего, это на каком-то специализированном, желательно дружелюбном форуме выкладывать каждый день свой вес. Там гарвардские исследования показывают, что на одном только этом люди, не меняя там свое питание специально, не физкультуру, на одном только этом сбрасывали 20% своего веса. Окей, ну, у меня не получилось в полной мере это сделать, но очень даже рекомендую попробовать. Поэкспериментировать. В принципе, на этом у меня пока что все. С одной стороны, опять же, я повторю, чтобы не вываливать вот реально все-все-все сразу в одном видео, оно, ну, не надо, нужно, чтобы оно все усвоилось, внедрилось, впаялось. А с другой стороны, возможно, одного только этого и хватит. Вот, будет достаточно для того, чтобы добраться до и сохранить вес, который устраивает, нравится, вдохновляет, воодушевляет и улучшает жизнь. Вот. До встречи, может быть.